Добровольческая помощь бойцам специальной военной операции стала неотъемлемой частью жизни для новокузнецких волонтеров. Они регулярно собирают и передают продукты, товары первой необходимости, средства защиты. В этот раз добровольцы народной дружины имени Григория Дузенко привезли то, что было собрано с душой – консервы, сахар, кофе, чай. Предложила всем своим сотрудникам поучаствовать, поддержать наших солдат, которые находятся в зоне СВО. Люди откликнулись, собрали очень хорошую большую сумму. На эту сумму мы закупили продукты, вот, и сегодня мы это передали. Сейчас эта акция у нас будет на постоянной основе. Ребята там, ребят надо поддерживать, они должны знать, что есть родина, есть тыл, есть мамы, есть бабушки, жены, дети, которые ждут и ждут с победой. Какие вещи необходимы? Лекарства, сухой душ, блиндажные свечи, продукты, маскировочные сети, теперь уже осенней расцветки. А также можно поддержать добрым словом, имеющим на фронте огромную ценность. Благотворительный фонд «Сокол и ангелы» волонтерского движения «Наши – это мы» почти год занимается организацией помощи военнослужащим. Волонтеры шьют тактические рюкзаки, плетут сети, готовят обеды быстрого приготовления и многое другое. Мы будем проводить день открытых дверей, где будут производиться мастер-классы по изготовлению сухого душа, блиндажных свечей и маск-сети будем плести. Всех неравнодушных граждан нашей Кемеровской области, кто хочет помочь нам стать на шаг ближе к победе, нам, волонтерам, то, как говорится, милости просим их всех на Воровского 7, 15 октября. Более точная информация будет у нас в нашем телеграм-канале.